Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Здравствуйте, дорогие подписчики, подписчицы, гости моего канала. Поговорим о антеннах. Это дециметровая антенна, я делал где-то лет 20 там назад. В качестве рефлектора я использовал обычную сетку рабицы. Это сетка рабицы обычная. Это у нас петлевой вибратор. Это у нас рефлектор, то есть вот эта сетка, она как бы усиливает немного сигнал. То есть сигнал проходит через петлевой вибратор, ударяется сюда и обратно возвращается, и как бы идет какое-то небольшое усиление от этого рефлектора. Так называемая вот эта сетка, это рефлектор. Так. Я его изготавливал из обычной лыжной палки. Брал лыжную палку там. Вот, крепилась она, конечно, железной трубе при помощи хомута. Хомут я брал, ну, в автомобильном магазине покупал хомут для крепления глушителя. Он как раз подходил. Вот. Вот в этой части, видите, отверстие проделано. Это как раз под хомуты. Там разные там, видите, отверстия. Вот. Так. А вот эта палка лыжная примерно метр. И вот эти полоски называются директора. Вот эти. Вот, я крепил. Тогда у меня не было никаких ни болтов. Я брал обычный гвоздь там на сотку. Вот, его обрезал и молотком, ну, как бы, ну, сплющивал, как бы, чтобы он держался. А петлевой вибратор я закреплял на винтик, на болтик, потому что я находил болтик и как бы ее делал. Вот, сколько здесь директоров? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Усиление примерно 11 раз усиление. Ну, таким просто народным языком. 11 раз. А антенна как раз... А длина этого, вот этого... вибратора я его делал из кровельного железа. Вся антенна изготовлена из старого кровельного железа. Вот здесь я углы загибал так в пол сантиметра для того, чтобы как бы была жесткость. Вот. Вот вся конструкция. Здесь как раз два пальца вот так вот сгибаем. С этой стороны я немного обрезал ее. Вот, вот так вот. Чуть-чуть здесь вот. И ставил платку такую для согласования. Вот петля согласования. То есть надо было согласовывать. Вот она, петля согласования. Она припаивается к этой платке. Вот. А это вибратор крепится непосредственно винтиками вот к этой платке. Вот. Вот такая антенка. Короче, она у меня там простояла где-то лет 10. Потом я соседки там, они там приехали, у них не было антенны, я им дал вот. Вот, ну, они потом лет, наверное, через 5 ее выкинули. Вот, я думаю, я делал, блин, бесплатно отдал, блин, да еще они выкинули. Сказали бы, вот мы тебе возвращаем ее, и все бы. Все-таки здесь это алюминий. Ну, короче, я ее забрал, они выкинули там за забор моего. Вот. Такая, хотел показать, как вот. Ну, кому надо рассчитать, пожалуйста, я рассчитаю. Вот, вот эти как бы полоски, они как бы по одному сантиметру, они бывают разные, от 15 сантиметров до 14, ну и 13. То есть вот здесь, сейчас я всю ее покажу, вот она длинная, видите, вот так. Вот я ее держу, вот конец этой лыжной палки. Здесь вот, видите, вот, вот смотрите, 1, 2, 3, ну это немножко согнулся, она у меня лежала, 3, 4, 5, 6, 7, это уже проржавелыми. 8, 9, 10. Ну и сам вибратор тоже самое. Вот. Вот, ну ладно, спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Кому нужно такую рассчитать антенну, пожалуйста, напишите комментарий. Сначала я делал, конечно, на лыжных палках, но потом
когда лыжные палки у меня закончились, я начал делать на бруске. То есть брал брусок 50 там на 50, его красил, естественно, и потом саморезами вот эти полоски я прикреплял к этому бруску. Также петлевой вибратор я крепил к этому бруску тоже саморезами. Вот у меня есть они, я покажу, такие антенны. И штук 5 здесь лежат. Вот. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.